22 октября в Воронеже состоялась общегородская генеральная уборка. Все неравнодушные смогли принять участие и принести пользу городу. Среди них оказался Вадим Юрьевич Кстенин. Ненадолго отвлечем его и побеседуем. Вызывает ли ностальгию какое-нибудь свое действие? Может быть, вспомните, как в детстве вы ходили на субботники? Имел ли это развлекательный характер? Или вы действительно вот ходили убираться, зная, что вы сделаете город чище? В моем детстве были не только субботники, но и демонстрации. Всегда эти мероприятия были праздником. И до сих пор у меня на душе праздник, когда я участвую в таких мероприятиях. И собственным детям мы должны прививать именно это, чтобы они с радостью откликались на просьбы выйти и совместно потрудиться. Это объединяет людей, это дает определенный позитивный настрой. Человек, когда занимается и собственным трудом приводит какие-то территории в порядок, он потом больше начинает ценить. И не только эти территории. Эта культура поведения, она подпрививается и такими методами тоже, как совместный труд по наведению порядка. Спасибо. А еще вопрос. Бытует в народе мнение, что чиновников выгоняют на субботники. Так ли это? Ну, вы знаете, выгнать кого-то невозможно. Вы же понимаете, что сегодня у нас век цифровизации, и как только ты начинаешь пытаться применить какое-то административное давление на любого человека, то это немедленно становится оглашенным и во всех информационных источниках появляется. Поэтому я думаю, что сейчас такими вещами занимаются только недальновидные руководители. Почему так важно наводить уборку в своем городе? Мы считаем то, что это идет на пользу экологии, тем более приятный внешний вид нашего парка делает настроение людям, которые здесь отдыхают. Да и в принципе это очень полезно и нужно, мы считаем. Чтобы сюда было приятно приходить, гулять с детьми. Полезно с приятным, да, совмещаете? Да. И убираетесь, и свежим воздухом дышите. В общем, сегодня Воронеж может гордиться чистыми дворами и улицами. Да, мы с этим согласны, и тем более мы прикладываем все усилия для того, чтобы наш город был очищен от мусора, от ненужных каких-либо веществ. И тем более, если сегодня весь город встает на субботник, то и в последующем, я думаю, что мы добьемся полной чистоты.